Ну вот, дядя Олежа, получил извещение почтовое. Вот, наверное, это все-таки дядя Виталя прислал кепочки дяде Олеже из Сан-Франциско. Так что сейчас мы едем на почту, получаем. Дядя Виталя, это с автоканала Автокар. Привет тебе, Виталя. Ну, на почте, конечно. Ну, посылочка действительно о дяде Витале. Вот, если видно. Виталик, привет тебе огромный, спасибо. Сейчас приеду домой, откроем, посмотрим. Ну, вот так вот выглядит посылочка. Сейчас, дядя Виталя, мы ее попытаемся аккуратненько открыть. Это мы сохраним, в альбом положим. Собственноручно заполнял дядя Виталя. Так, запечатал, конечно, на славу. Ладно, пока выключи. Прошло полчаса. Дядя Виталя, приколы твой оценил. Скотч делает чудеса. Но как это все дело открыть? Ребенок вот помогает, чтобы не попортить внутренности. Обалдеть! Прикол оценил. У вас, наверное, бесплатно там, да, этот вот скотч? Блин. Итак, важный момент. Все, распаковал дядя Олежа. Американский пакет. Американский. Вау! Кипарь такой. Чемпион. Это, наверное, дяди Толи, я так понимаю, да? Кепка. Вот это что-то смешное. Ёхарный бабай. Ну, это точно дядя Олежа. Виталя, ты чудо. Сейчас, как только она одевается. Вызывали. Вот такая прикольная шапка у дяди Олежи. Завтра буду в ней вести урок. Ну, на самом деле, все оказалось гораздо страшнее. И шапочка оказалась намного сложнее в ее конструктивной особенности. Но вместе с женой мы разобрались. Шапочка одевается вот так. Очень прикольно смотрится, хоть так, хоть так. Немножко похоже на Джека Воробья, только немножко сошедшего с ума. Ну, вообще прикольная и теплая шапочка. То есть зимой нормально в ней ходить, даже дядя Олежа может куда на улицу не выйти. Еще раз, Виталя, спасибо. Подписывайтесь все на канал Виталий Автокар. Веселый человек. У него таких шапочек массу, можете посмотреть на канале. Еще раз всем привет, всем, кто на рации, всем на автоканалах. До следующего видео. Всем добра и бабла. Правильно. А главное, здоровья.